Смертельная авария в центре Краснодара остановила движение трамваев почти на час. ДТП произошло около 6:30 утра на перекрестке Красноармейской и Горького. По данным инспекторов ГИБДД, автомобиль двигался по Красноармейской и не пропустил общественный транспорт. Трамвай врезался в 12-ю и откинул ее на несколько метров. 42-летний водитель легковушки от полученных травм скончался на месте. Двое пассажиров авто сейчас в больнице. Правоохранители выясняют все подробности происшествия.